Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа по 11-му каталогу Faberlic. Вот такая большая коробочка на 50 баллов. Поехали! Впереди нас ждет много интересных новиночек. Будем с вами вместе все распаковывать и тестировать. Только что прибежала с пункта выдачи, где мой наставник подарила мне вот такую вот прелесть. Девчонки, кто не пробовал такие конфетки, они, кстати, есть еще, по-моему, на сайте, сейчас вам покажу. Точнее, мой директор даже, да, подарила мне этот подарок. Еще на пункте выдачи сейчас отсняла для вас подробное видео по питанию wellness. Вы давно у меня просите отзывы на супы, коктейли. Еще там были и чаи. Я все затестировала, все попробовала. Как только смонтирую, обработаю видео, оно в ближайшее время выйдет в эфир. Вот так выглядят конфетки. И здесь в каждой пожелание свое. Так. Для очаровательной красавицы, вот что схватила, девчонки, немножко бликует у нас упаковочка. Для очаровательной красавицы, вообще супер, faberlic.com. Говорили, что этот шоколад вроде вкусный, внутри еще вот такая блестящая обертка. И вот сама шоколадочка, смотрите, какая красота. Запробуем. Вкусный молочный шоколад. Правда вкусный. Не Альпенгольд. Класс. Вообще здорово. Здесь столько пожеланий. Супер. Даже на подарочек вот так. Очень симпатично. Ну что, давайте приступать к заказу. Вот так выглядит коробочка. Они у нас приходят все запечатанные со склада. Открываем. Так. Всегда такой волнительный момент. Так всегда не терпится, девчонки, как вам. Вроде и заказы приходят быстро. Так, вот она моя прелесть. Средство дом в отдельном пакетике завязанном. Давайте все разбирать. Ну, давайте начнем с серии дом. То, что у меня здесь в отдельном пакетике завязано. Вот молодцы, да, чтобы, не дай бог, если даже вдруг какой-то косяк там будет, да, на складе, хотя такого Faberlic никогда не было, и что-то прольется, чтобы не запачкало все остальное. Первый продукт – это водный спрей-освежитель. Заказала у меня его девочка, попросила что-то безопасное. Вот вам, пожалуйста, артикул 130-27 с ароматом апельсиной корицы. Один из моих любимых ароматов. Он достаточно стойкий в воздухе, более стойкий, допустим, чем морской бриз или весенние цветы. Он классный. Действительно, это апельсино-корица, натуральный, прям во всей своей красоте, во всем своем проявлении. Безопасные освежители водные. А здесь есть заглушка от детей, то есть можно открыть, можно закрыть, да, чтобы, если у вас есть маленькие детки, они, не дай бог, не взяли, ничего с ним не сделали. И он безопасен также и для животных. Так, следующий продукт в этом пакетике – это ультракондиционер для белья. Да, забыла, девчонки, сказать, заказ мой на 50, почти 2 балла. А ультракондиционер для белья Органа. Я на что-то применяла купончики, на что уже не помню. По-моему, я кондиционер даже взяла по купону. Чуть-чуть он получился подешевле, но балл был более-менее. Кто не видел видео про баллы, а обзор каталога есть. Есть видео у меня на канале, недавно вышло, про то, как применять купончики. Кто не видел, девчонки, будут ссылочки все в инфобоксе. Золотая органа мне нравится больше всего. Мне больше всего нравится, как пахнет белье после стирки именно с этим кондиционером. Это какой-то, знаете, такой парфюм. Парфюм, причем люксовый парфюм. Очень интересный, такой древесный, знаете, вообще, прям вот этот обожаю по запаху больше всего. Артикул 118-54, кондиционер у нас концентрированных, нужно совсем немножко. Смотрите, какие красивые пакетики есть в компании. Я, кстати, впервые их увидела, по-моему, они по 7 рублей. И заказала для своих девочек, чтобы положить им заказы. Смотрите, какая красота, да? Такие довольно большие, красненькие и плотные. Очень красивые пакетики. Вот две штучки у меня таких в заказе. Доска, девчонки, доска. Заказала у меня соседка, увидела мою доску, сказала, мне такое надо. Вот как выглядит доска, она такая ребристая, мы с вами подробно ее обозревали. Что мне, девчонки, понравилось, то, что когда на ней режешь, проводишь ножом, то царапины остаются, они чувствуются рукой, но зрительно их совсем не видно. Вы просили меня отзыв, как ведет себя моя доска, 3 недели получается, да, прошло, как она воспользована. Вот так, девчонки, ведет, как в первый день. То есть вы на ней режете, вроде как царапины остаются, да, вы протираете, их нет совсем. То есть чисто визуально доска ваша будет новой, очень очень долго. Рукой чувствуете, вроде какая-то ребристая, но она сама по себе ребристая. Это посуда из волокна, это коллекция, да, и поэтому как бы вот отличная доска. Кто не видел на нее, девчонки, подробный обзор, тоже оставлю все ссылочки в инфобоксе.
Так, девочка у меня заказала еще скатку ICUL. Мы взяли с нее по купону. Я очень люблю эту скатку. Артикул скатки 0851. Артикул доски 910-035. Скатка потрясающая. Она у меня уже в использовании несколько месяцев. Мне кажется, 4 или 5. И она еще не думает кончаться. Такой продукт мы применяем один раз в неделю, если кожа чувствительная и сухая. 1-2 раза в неделю, если кожа комбинированная и склонная к жирности. Скатка великолепная. Безумно нравится, как она очищает поры. Кожа после нее очищенная, мягкая. Тон выровнен. В общем, все в ней идеально. Вот такой тюбик 100 мл. И хватает действительно, девчонки, его надолго. Есть смысл взять этот продукт по купону, потому что выходит с очень хорошей прям вот скидочкой. Чем глубже копаете, тем интереснее продукты попадаются под руку. Девчонки, заказала вот таких 2 чая. Пока только эти, в следующем заказе будут еще, потому что мне понравилось то, что я пробовала на пункте выдачи. Чаи очень вкусные. Травяной сбор очищения вечер, 21 пакетик. Так, артикул его. Сейчас найдем, девчонки, с вами артикул, где у нас пишут на чае. Чай. Где артикул? Вот он, внизу. 156-73. Вот здесь артикул пишет на чаях. Как правильно, девчонки, на чаях? И второй травяной сбор очищения утра. Тоже 21 пакетик, а 156-72 его артикул. Здесь зип-пакет, зип-заглушка. Открываем, вскрываем и потом как бы запаиваем. И хранится у нас чай, ничего с ним не происходит. Вот так выглядят эти пакетики, обычные чайные пакетики. Ой, тоже вкусно пахнет. Обалденно. Мне очень понравился для женского здоровья чай. Я пробовала сейчас его на пункте выдачи. Он очень вкусный. Там мята или мелисса в составе. Прям вот реально вкусный, ароматный. Так, девчонки, и вот так же мы его закрываем. Все, это у нас сбор номер 9. Они все у нас по номерам идут. А это сбор номер 10. Я сейчас поближе покажу вам состав. Вот, девчонки, поближе состав. Лист земляники. Ух ты, это вечер у нас. Это вечер. Способ применения. Кому интересно, нажимайте на паузу. Всю информацию подробно можно прочитать. Слушайте, мы сейчас его откроем, понюхаем лист земляники. Это круто. Так, и вот у нас, значит, травяной сбор очищения утра. Вот его состав. Здесь у нас брусника, череда, как много всего, цветы ромашечки. И вся подробная информация. Ну что, давайте откроем вечерний, потому что мне интересно, пахнет ли он земляничкой. Если да, то это вообще будет супер. Есть чуть-чуть. Вкусненький тоже запах. Вот тут травка, прям ничего лишнего. Потрясающе. Так что, девчонки, буду пить. По прошествии времени расскажу вам, как это все дело работает. И не только это, потому что в моем заказе еще коктейль с малинкой. Его и как раз сегодня и тестировала на пункте выдачи. Вот такая большая пачка, но здесь 15 порций. И также у меня в заказике шейкер. Как мне понравился шейкер, девчонки, мы сегодня взбивали коктейль с помощью него, и мы делали его на воде. А если на молоке, вообще будет супер. Я буду делать, наверное, воду пополам с молоком и делать так, и заменять ужин буду вот этим коктейлем. Когда взбалтываешь именно в шейкере, сейчас мы его с вами рассмотрим, получается что-то по типу консистенции кислородных коктейлей, как вы в магазине вот пробовали, да? Коктейли потрясающие, супер, все, скоро выйдет подробное видео, посмотрите, увидите в деле. И в каком-нибудь из влогов тоже вам еще раз повторю, покажу уже дома. Так, вот шейкер приходит в такой коробочке. Артикул шейкера 119,68. Артикул, тут тоже, кстати, зип-пакет коктейля, 156,52. Смотрите, вот так приходит. Большая довольно баночка, она на 2 порции, здесь 500 мл. Wellness Faberlic. Открываем крышечку. И здесь у нас, собственно говоря, вот эта сама штучка, с помощью которой мы будем взбалтывать. Вот так она выглядит. Опускаем ее и вот так взбалтываем коктейль. А через вот этот носик будем наливать с вами. Класс! Вот, так, девчонки, информация по коктейлю. Коктейли у нас с коллагеном, супы без коллагена. Смотрите, информация. Энергетическая ценность. Обильное количество витаминов и минералов в составе. Срок годности у него получается год. И вот состав.
можете нажать на паузу. Сейчас распрямлю и почитать. Много витаминчиков, это на самом деле круто. Вот способ приготовления. 30 грамм продукта, одномерная ложка, смешать с 250 миллилитров воды. Там есть внутри мерная ложечка для коктейля. И вот, собственно говоря, сам шейкер. Такой он удобный. Здесь есть у нас шкала, миллилитраж, да. Так, а это что у нас? 4, 8, 12, 16, надо посмотреть. Вот такая крышечка, достаточно плотный пластик. Закрывается до щелчка. Очень добротный плотный пластик. Давайте вскрою коктейль, покажу вам. Ой, пылит. Покажу вам мерную ложечку. Ой, он полный. Пахнет малинкой. Блин, девчонки, она там закапана. Сейчас достану. Она здесь закопалась и вся в коктейле. Надо будет ее отмыть, высушить и хранить отдельно. Смотрите, вот какая большая мерная ложечка. И зип-пакет с удобным замочком. Я это все дело закрываю, потом ложку помою. И будем с вами пить очень вкусные и полезные коктейли. Дальше, девчонки, вот такой вот гель для век из линейки Weekend. Артикул его 0113. Коробочки Weekend у нас всегда бликуют, потому что здесь такие красивые золотистые серебристые надписи. У меня есть подобный гель, пользуюсь им не на постоянной основе, но периодически про него вспоминаю, потому что как-то не люблю я, когда отдельно крем, отдельно гель. Я прям люблю, чтобы одно средство и на все лицо. Он классный, он легкий, он подойдет для тех, у кого нависшее веко, то есть чтобы плотные текстуры его не утяжеляли и не оттягивали еще ниже. Это действительно легкий продукт, и мне он нравится. На коже превращается в водичку, мгновенно впитывается, делая ее увлажненной и даже разглаживая, скажу, да, действительно разглаживая. Один из любимых кремов для век мною — Faberlic. Еще в заказике у меня помадка, к сожалению, вам тоже ее не покажу, но красивый оттеночек, кстати, пыльной розы. Артикул, это помада 3D поцелуй, артикул 440-01. Это такой красивый оттенок пыльной розы. Мне кажется, будет очень здорово смотреться на губках. Это тоже заказала знакомая. Так, гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера. В прошлом заказе показывала вам, знакомая у меня собирает целый комплект будущему крестному сыну, да. И мы с ней забыли заказать вот этот гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера. Артикул его... Так, артикул, девчонки, 1644, добрали этот продукт. Мне нравится вся детская линейка Faberlic, вот это безумно. Она практически не имеет никаких одушек, она абсолютно безопасная. Я с удовольствием до сих пор своей дочери в 7 лет беру вот эту линейку, потому что нравится. Очень деликатное очищение, никаких аллергий не вызывает и, в принципе, не может вызвать. Это гипоаллергенная серия для малышей с первого дня жизни. Мыло La Creme, питательная, роскошная мягкость. Ставлю его последнее время всегда на кухню. Артикул 8637. Вместо кухонного мыла, устраняющего запахи, решила использовать это, потому что мне показалось, что то мне сушит руки. И довольна на все 100. Запах обалденный. Запах миндаля. Прям такой ярко выраженный. Ну, очень нравится. Вот это вот из кокосиком прям обожаю. Поехали дальше. Что у меня интересного еще есть в коробочке? Тут еще остались новинки, девчонки. Так, вот такая водичка, она приходит в слюде, это восьмой элемент, такая не желтенькая, как сказать, вот салатовая, наверное, да? Артикул ее 3237, у меня у соседки сыну нравится именно этот аромат, он попросил, мы заказали. Купончики на парфюм у нас, к сожалению, не распространялись, и она у нас пошла по полной цене, но, тем не менее, все равно со скидкой выходит очень даже дешево, 600 чем-то, по-моему, рублей. Вот такая ночная масочка из линейки Weekend у меня в заказе. Я в прошлом заказе уже вам ее показывала, брала себе. А здесь у меня знакомая попросила хороший ночной крем. И что я могу посоветовать, девчонки, Faberlic? Естественно, вот эту маску Weekend для любой кожи, для любого возраста. Артикул ее 0137. Это ночной крем. Называется ночная маска, да, от Weekend, который легкий, который не утяжелит жирную кожу, не забьет поры. Для любой кожи он хорошо увлажнит и сухую. Поэтому вот прям нравится. Стоит и аромат у линейки Weekend мне вообще нравится. У всей он очень такой люксовый, классный, не ярко выраженный, для тех, кто не любит ярко выраженный. Очень классный. Баночки этой хватает надолго.
Сейчас покажу вам. И на утро, что больше всего люблю, кожа ваша отдохнувшая. Даже если вы поспали всего лишь там несколько часов и не выспались, кожа ваша отдохнувшая. Потому что я не знаю за счет чего, но продукты из линейки Weekend, они улучшают микроциркуляцию кожи, действительно напитывают ее, увлажняют в хорошем смысле этого слова. Вот такая красивая стеклянная баночка, которую даже просто приятно хранить на прикроватном столике, да. Поэтому всем, девчонки, советую хотя бы раз попробовать вот эту ночную маску. Это прям вот мой must-have Faberlic. Не могла пройти мимо расчеса. Говорила вам, что буду заказывать вот такую круглую. Артикул ее 910-041. Приходит она в пакетике. Расчески такие очень презентабельные. Я сегодня на пункте выдачи видела их все. Хорошие, достойные расчески. С достаточно упругой, но не сильно щетиной. Я брала именно такую, чтобы укладывать мне каре. Укладывать сейчас надо все-таки. Ну как, не то что долго, но нужна именно такая расческа для укладки. И поэтому вот ее и взяла. Хорошая расческа, девчонки, очень добротная. Красиво выполнена. Сейчас покажу поближе. Вот, девчонки, вот расческа. У меня уже волос мой на ней вылез. Вот как выполнена ручка. Здесь у нас такой скользящий, как бы пластик, да, а вот тут как будто прорезиненная, не скользящая поверхность, поэтому в руке ее держать достаточно удобно. Очень красивая расчесочка. Поехали дальше. В линейке салон Kia Умный Кератин вышла сыворотка для секущихся кончиков. Артикул ее 77-74. Мне безумно нравится вся эта линейка. И шампуни, и бальзамы вообще потрясающе. У меня после этих продуктов волосы как-то вот лежат иначе. Они какие-то более красивые, не знаю, очень нравится. Смотрите, вот такой вот небольшой тюбик с вот таким дозатором, да, как гель для век. Запах идентичный всей линейке. Слегка розоватый оттеночек у геля. Видите, он такой прям жиденький, на руке тает. Сейчас мы с вами попробуем нанести. Разотрем по ладошкам и нанесем на кончики. У меня как раз они сухие. Запах, да, как у всей линейки салон Kia. Но вроде неплохо. Посмотрим, девчонки, в каком-нибудь влоге с вами ее протестируем. Не буду наносить никакие ни смывашки, бальзамы. Протестируем прям вот эту сыворотку. Очень интересно. Но я не думаю, что она меня разочарует. Сейчас еще с другой стороны прям кончики обработаю и посмотрю, как поведут они себя. Вот здесь они у меня прям сухие-сухие через какое-то время. Здесь, конечно, продукта мало, но она стоит не сильно дорого. Если действительно реставрируют, то будем заказывать. Сейчас посмотрим, девчонки, чуть попозже, как поведут себя волосы. Станут ли кончики более гладкими. По-моему, да, на этой стороне уже, мне кажется, тут и расчесочка сейчас пригодится. Они такие гладенькие. Не топорщится, по крайней мере, как до этого топорщились, да? Ну ладно, время покажет. Так с одного раза, конечно, непонятно. Лучше все это дело сделать перед укладкой. Поехали дальше. Вот такую новиночку из линейки Expert Pharma для зубов я решила для себя приобрести. Гель-герметик для восстановления эмали зубов. Артикул 1735. Я уже ознакомилась с инструкцией на сайте. Нам нужно после чистки зубов удалить влагу с их поверхности и распределить средства на всю поверхность зубов. Можно захватить область десен, то есть это не страшно. С помощью ватной палочки или сухой щетки зубной, да, сухой. Так. Средство можно также наносить сухим пальцем, оставить на 3-5 минут, не сглатывать. Затем сплюнуть содержимое, не полоская. На протяжении получаса не полоскать и не чистить зубы, не принимать пищу и не пить. Вот так. Если это работает, цены этому средству не будет. У меня чувствительная эмаль порой бывает. Вот такой вот маленький тюбик. Вот он как выглядит. Мы, девчонки, тоже с вами обязательно протестируем его. Приходит зафольгированный. И по консистенции это очень твердая, кремообразная, пастообразная даже, да, как зубная паста. Видите, даже тяжело выдавливается. Вот такая вот белая консистенция. По-моему, чуть-чуть пахнет мятой. Да. Ну что, девчонки, попробуем. Может быть, даже сейчас в конце видео с вами затестим этот продукт. Ну что, девчонки, почистила зубы, взяла ватную палочку для эстетики, да, и будем наносить сейчас с вами герметик.
Нам нужно зубы еще просушить. Я не знаю, девчонки, как просушить зубы. Салфеточку какую-то, не знаю, полотенчиком пойду попробую. Просушила. Пробуем наносить. Ну, девчонки, я вам весь этот процесс растить показывать не буду. Но я думаю, это делается вот так. Особенно там, где у нас чувствительность повышена. Мятный привкус. Наносим гель Гернетик. Девчонки, замазала. И когда вы наносите на те места, где у вас действительно повреждена эмаль, это чувствуется. Знаете, такое не очень приятное ощущение. Но оно потом сразу проходит. Такое слюноотделение сразу начинается обильное. А хочется проглотить, если честно, потому что достаточно вкусненькая мятная штучка. Так что, девчонки, через полчаса смою и потом расскажу об ощущениях. Зрелище не для слабонервных, девчонки. Смотрите, вот тут засохло. Зубы покрылись все гелем. Откуда я взяла полчаса, я не знаю. Я сейчас еще раз прочитала на тюбике. Нужно сплюнуть через 3-5 минут, не полоская. И полчаса не есть и не пить ничего. Пойду сплевывать. Девчонки, сплюнула, смыла вокруг рта остатки, а рот не полоскала. И сейчас засекаю полчаса, будем с вами ходить. А во рту, знаете, такой приятный холодочек. Я не знаю, наверное, только по прошествии времени. Я вам напишу тогда отзыв в Инстаграм. Сейчас хотя бы недельку, дней 10 я проделаю это ежедневно 2 раза в день. Как раз я думаю, здесь, ну, на дней 10 точно хватит. Нет, здесь небольшой расход. В принципе, может быть, даже хватит и до следующего каталога. Потому что если продукт стоящий, конечно, буду заказывать еще раз снова. Ощущения, ну, не знаю, интересные такие ощущения. Мне кажется, он еще дополнительно очищает как-то зубы. Прям до скрипа, честно говоря. Вот так они выглядят. Я просто все это дело сплюнула и выжидаю время. Сразу не буду, конечно, чувствительность проверять, холодную воду пить, потому что, мне кажется, за одну процедуру навряд ли он что-то сделает. А через какое-то время, в ближайшем будущем, напишу вам обязательно отзыв в Инстаграм. И последний продукт в моем заказе – это вот такая вот палеточка теней запеченок для век. Давно я смотрю на этот оттенок. У меня есть эти тени в другом оттенке, зеленоватом. А мне зеленый цвет никак не подходит просто, и лежат они у меня без дела, и, по-моему, даже я их подарила соседке. Артикул моего оттенка я вам сейчас назову, когда открою, и вы с ним познакомитесь. Безумно вот такая вот красивая коробочка, зеркалит. Прям можно как зеркало использовать, красота. И мне очень именно нравится вот в таких оттенках. Смотрите, какая красота. Здесь зеркало и кисточка в чехле. Вот такой вот чехольчик пластиковый, да, и обычная вот такая кисть. И вот так вот выглядит это все дело. Очень красивые оттенки, сейчас с вами все просвотчим. И посмотрим. Артикул этой палетки 5624. Девчонки, я буду набирать пальцами. Ну, этот у нас самый светлый, белый. Мне кажется, его можно даже как хайлайтер использовать. Тени у нас очень насыщенные, запеченные Фаберлик. И хватает их на долгие-долгие годы. Так, розовый. Красивый, деликатный такой оттеночек. В нем, по-моему, практически нет блесток. Нет, они есть, но они прям такие вот деликатные. Если в белом их много-много. Так, теперь вот этот оттеночек, такой, не знаю даже, как назвать, благородный серо-коричневый, да? Смотрите, фокус, вот. Так, и самый темный. И сейчас сделаем сводчи с вами. Вот, девчонки, смотрите, первый оттенок белый с розовым подтоном. И последний, самый темный, у них самые крупные блестки, их даже видно, видите, да? А два центральных, розовый, вообще имеет деликатное свечение. И вот этот вот такой серо-коричневый благородный оттеночек, он тоже имеет деликатное свечение. А вот первый и последний, у них прям много-много блесток, да, видите? Самые ходовые оттенки, безумно красивые, мне кажется, навеки будут смотреться. А тени не пылят сильно, не грязнятся, наносятся очень круто. Что кисточкой, что пальцем. Я их безумно люблю. И оттенки вот эти вот все. Вот прям, когда заимел одну палетку, и просто счастлив, и делаешь различные красивые макияжи. Вот, девчонки, даже попробовала сделать с ними макияж. У меня на веках нет теней, только карандашка, точнее, жидкая подводка. И вот так выглядит вот этот оттеночек. Вот этот вот, более-менее светлый, красивый, благородный. И в уголочек немножко во внешний глаз добавила темного. Вот так вот смотрится. Очень красиво, натурально, и сразу какой-то распахнутый взгляд, да?
Ну все, девчонки, я довольна. Невозможно, наконец-то нашла свою идеальную палетку в очень красивых оттенках. Ну и, конечно же, у нас в заказике каталог. Каталог мега крутой. Я уже ознакомилась с ним в интернете. Он нереально крутой. Там такое количество новинок. Я не представляю, как я делать буду заказ, потому что я хочу все. Все новинки, которые здесь представлены, они мега крутые, просто мега крутые. Японские шампуни, ну это вообще, это супер, это действительно супер. И классный будет подарок за регистрацию новичкам. Это косметика для дома, стиральный порошок, кондиционер и пятновыводитель жидкий. Потрясающий подарок, просто шикарный. А если вы сделаете заказ в первые 24 часа после регистрации, то получаете набор вот таких вот пробничков косметики для дома еще плюсом. Так что, девчонки, кто не зарегистрирована или хочет попасть в мою структуру, проходите, пожалуйста, по ссылочке внизу под видео, и тогда я буду вашим наставником на протяжении всего вашего пути в Фаберлик. Ну и на этом все, мои хорошие. Если видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного, а я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока!